Ситуация с ВИЧ в целом по Тюменской области остается напряженной. В прошлом году было зарегистрировано 1882 новых случая. На 140 больше, чем было в 2015-м. Но в то же время темп прироста заболеваемости снижается. В 2016-м составил 6%, годом ранее был выше 8%. Если образно, скорость распространения стала выше, но на педаль газа мы давим чуть меньше, от этого ускорение немного снизилось. Сейчас доля живущих ВИЧ-инфицированных составляет 1% от населения региона. При этом самые высокие показатели пораженности зафиксированы в Тобольске, Елутровском и Вагайском районах. В 2016 году в Тюменской области, по официальным данным, умерло 515 ВИЧ-инфицированных, более половины из них болели СПИДом.